У тебя на голове мешок, пацан. Ты как в нем себя чувствуешь? Эй, снимите его, снимите, я дышать не могу, пожалуйста. О, ну ладно. Только потому, что ты сказал пожалуйста. Ну и вы, заразы, а. Запугивать тех, кто запугивает других, Карл. Это моя работа. Так ведь, Эдди? Да. Эй, а мы где вообще находимся? Нигде. Тут чистый свежий воздух. О, Смоук. Блин, Свит. Свит жив. Жив и почти здоров. Он находится в тюремном госпитале. Попал туда в определение огнестрельных ранений. И ждет суда. Да. Но тебя каким-то образом задержать не удалось. Да. Ты должен быть нам благодарен, Карл. Твой дебильный брат жив. И твоя банда разбита. И скоро твоей выжившей сестре достанется. А кстати, а что она делает? Шлюхирует что ли сейчас? Для тебя складываются дела не очень, Карл. Поэтому работай, Нига. Мы хотим, чтобы ты оказал нам услугу, Карл. Блин, не могу поверить, что этот Смоук предал меня. Смоук? Смоук делал только то, что ему говорили. Он уже давно этот Роксуэлл. Чуваки, for life, уличная преданность. Это все чушь, Карл. Разве ты этого не понял, когда тебя выгнали, потому что ты дал Брайну умереть? Эй! Я не могу договориться с этим парнем, он идиот. Ну-ка дай я ему мозги утрушу. Не-не-не-не-не-не, офицер. Сначала дадим этому никчемному парню сделать хоть что-то полезное. Он поможет нам бороться с преступностью. Да, правда, Карл? Да, обязательно. Больше не будешь выполнять поручение Смоука, будешь выполнять наше поручение. Иначе Свит окажется на территории Балласов в камере, и там его взрючат по полной. Эй, Эрнандес, ты весь день ссать собрался, что ли? У нас появилась проблема в лице нашего бывшего товарища. Он решил не соглашаться с некоторыми нашими методами. И что в этом плохого? Да, ты не найдешь никого с таким длинным языком, как у него. Он понял, что рано или поздно его поймают за руку, и он решил подстраховаться. Из-за его показаний могут пересмотреть все уголовные дела. Федералы его увезли и спрятали на гору Чилиад. Они могут его заставить дать любые показания, какие захотят. Я хочу, чтобы ты ему нанес небольшой визит, Карл, и избавился от всех улик, пока он не дал показания. Сделай это, Карл, чтобы офицер Тенпи не мог по ночам спать спокойно. И, кстати, нам нужны доказательства, что он ничего не расскажет. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы начинаем новый сезон, начинаем второй сезон по GTA San Andreas Definitive Edition. Во-первых, сохранимся, чтобы... Так, куда я сохранялся-то? Так, нет, не сюда. Вот сюда вроде, вот сюда. Сохранимся. Нет, надо... А, ладно. День все равно, сейчас все равно рассвет будет. Короче. Big Smoke и Райдер нас предали. Судя по всему, рассказали Балласам о том, какой у Свита план, как это по атаке Балласа. В результате чего... Балласов там целая кучка поднавалила. Мы проиграли, Свита арестовали. А Сиджей сейчас находится вот здесь. Здесь, в лесу, в этом дремучем, в сельской местности. Ну, это поселок Эджел Пайн вроде называется. Так, почему метка до сих пор тут стоит? Я что, метку случайно сюда поставил, что ли? Ладно. Сейчас вот мы в сельской местности. Big Smoke в игре больше не будет появляться до финальной миссии. Ну и Свит тоже пропадает надолго, он в тюрьме сейчас. Оружие у нас все отобрали. Осталась только камера, которая нам нужна будет для задания, которое нам эти полицейские только что выдали. Так, вот и наступил рассвет. И, кстати, вышел недавно патч. Совсем вот недавно, где-то в начале марта. Которые говорят, что исправляет целую кучу всяких ошибок.
добавили возможность Клоду средний палец показывать, я правда не понял, как это делать. Ну, говорят, что улучшили стабильность. Но пока что я разницы вообще не замечаю никакой. Не знаю, будет ли на видео 60 FPS. Во всяком случае, сейчас у меня 60 FPS есть. И когда я в предыдущей серии записывал, они у меня тоже были. Но почему-то на записи они и было всего 30. Ладно, давайте уже начинать выполнять это задание, которое они нам сейчас выдали. Badlands. Как вы это поставил я патч сразу же я естественно поставил этот перевод более качественный, потому что тот перевод, который по умолчанию от 1c, его просто читать невозможно, так все коряво переведено, ужас просто. Так, у нас есть немного денег, давайте зайдем в амунацию, которая здесь. Зачем мне делать снимок? Мне сейчас пока делать снимок не надо. Так, чувак оружием торгует. Надо взять у него чего-нибудь. Тесса вроде. Денег у нас немного. Много оружия мы не возьмем. Ну хоть что-то пусть будет. Так, ладно. Тесса пока достаточно будет. Ой. Не, на ту кнопку жму. Ну и 9М возьмем тоже. Пару штук. Ну и все, больше, я думаю, не надо. Денег у нас немного. Но, блин, как же я обожаю этот ремастер, черт возьми. Как я его обожаю, как он мне нравится. Графика очень прикольная. Кстати, надо еще кое-куда вот тут заехать. Где-то здесь... В каком-то тут месте сейчас бронежилет постоянно спаунится, и вот его бы было бы неплохо взять сейчас. Я вот забыл, правда, где именно, но где-то тут, по-моему, он спаунится. Да, вот он, вот здесь вот бронежилет, он всегда тут спаунится, вообще не обязательно в таком случае в амунацию заезжать, чтобы его там купить, можно спокойно взять бесплатно здесь его. Короче, на гору Челяд сказали ехать. Какое счастье, что эти полицейские нас в тюрьму не запрятали, потому что... Ой, что-то колеса в текстуры проваливаются. Потому что иначе бы игра бы для нас, наверное, закончилась, сюжет. Ну а так мы здесь практически свободны. Но брата надо вытаскивать будет потом. Надеюсь, что с GPS-ом косяки тоже поправили. Во всяком случае, обещали, что поправили многие ошибки, которые связаны с контрольными точками, с чекпоинтами. Если более так... одним словом назвать. И я надеюсь, что это действительно так, потому что у меня были проблемы с чекпоинтами. Например, так, вот здесь он где-то. Потому что бывало такое, что я часто респаунился, и меня сразу же отстреливали, потому что здоровья не хватало. Так, слишком близко подъезжать не будем, возьмем тест. И слишком близко к федералам не будем подходить, чтобы они нас не запалили. Лучше сразу проникнем вот сюда. Убить. Вот этот, надо его, вот здесь вот его надо. А теперь давайте федералов расстреляем, чтобы они нам не мешали. Так, у них ТЭС. И эти не ТЭС, а как... Или ТЭС, блин, я забыл, как называются вот эти пистолеты. Теперь нам... Вот для чего нам нужен фотоаппарат. Чтобы зафотать... Блин, пропал пистолет. Ну ладно. Так, копы сюда вызваны были. Но вряд ли на эту гору кто-то из них поедет.
Так что волноваться нам не о чем. Просто едем назад к этому трейлеру, которым мы начали, собственно. Кстати, туманного эффекта я что-то не наблюдаю. Ну то есть я вижу и край карты. То есть вообще где туман? Я точно тот патч поставил. Потому что я туманного эффекта что-то не вижу сейчас уже. Во всяком случае, установка была. Отличалась от предыдущих версий, что я ставил. Блин, слушайте, походу я поставил самую первую версию, а не этот новый. Ну там на сайте просто писал, что последний. Здесь нет тумана. И там край карты прям видно. Я, по-моему, не тот патч скачал. Ладно, короче, в другой раз разберемся с этим. Сейчас пока будем играть так. Может, надо в настройках что-то включить. Но я не знаю. Просто нет тумана. Вообще нету его. Так. Короче, ребята, у меня реально есть подозрение, что я поставил первый патч, а не этот новый. Потому что туманного эффекта не было. Я только что, короче, поставил мод, вот сейчас прерывался, поставил мод Fox Distance Fix, который должен туманный эффект возвращать. И вот он реально есть. Цезарь, это я. Карл, ты в порядке, Холмс? Твоя сестра волнуется, я слышал, что там что-то плохое. Да, в Лос-Анджелесе сейчас опасно. Меня высадили посреди фиг знает чего вообще. Посреди Вэдстоуна или где-то там. Я не очень хорошо знаю Вэдстоун, но, по-моему, у меня там есть знакомые. Ну, по крайней мере, ты не в тюрьме. Мне жаль, что попал туда твой брат. Будь осторожен и приглядывай за Кеном. За меня не беспокойся. Беспокойся за тех, кто пытается тронуть мою девушку. Я знаю человека, который тебе может помочь. Один мой дальний родственник, очень впечатлительный. Встретись с ним в закусочной деле Мора. Ты обязательно узнаешь. Ладно, поехали туда. Где мотоцикл? Мотоцикл пропал. Короче, этот мод туман возвращает. И пока я в следующих выпусках разберусь, в чем дело, почему нет туманного эффекта. Но почему нет туманного эффекта? Потому что в той версии, которая до конца первого сезона были, там туманный эффект вроде бы был. А сейчас что-то нету. Ну вот сейчас мы вот здесь будем ехать и узнаем тоже один момент, который нам раскроет тайну, первая эта версия или нет. Во всяком случае, я в файлах игры рылся, там, судя по датам файлов, это новая версия, которая вот вышла недавно, в марте. Так, выключи радио. И сейчас мы кое-что узнаем. А, вот, мост. Смотрите, мост есть. Мост есть, мост не пропадает. В первой версии с этим мостом была проблема, он был невидимый. Я это тоже видел, но сейчас с ним все в порядке. Так что, возможно, это новая версия все-таки. Но туманного эффекта почему-то реально не было. Я решил, короче, прерваться и поставить мод, который туманный эффект создает. Потому что без него, ну, вообще некрасиво. Некрасиво. Нереалистично. А сейчас туманный эффект вот абсолютно виден. Дальность прорисовки, конечно, не очень там большая. Но ничего, сойдет. Кстати, вот я когда прерывался, я запись уже сделанную посмотрел. Никаких 60 FPS, увы, реально нету. Я не знаю, в чем дело. Во-первых, вот нескольких самых первых выпусках они были. Почему сейчас нет, не знаю. Ну вот я сейчас вот играю. Сейчас вот записываю. У меня 60 FPS есть, а вот на записи их почему-то нет. Также качество графики тоже ухудшается. Покрыши. Так, это по... Надеюсь, что это покрышки валяются, а не куски, вылезающие из дороги. Так, я вот одной рукой сейчас делаю, потому что мне надо кое-что тут открыть. В телефоне.
Я вот точно помню одно место в Лос-Антосе, где торчала коряга. Блин, как дурацкие санкции, вообще интернет тормозит. Или, может, не тормозит, может, у меня просто глюкнуло. Но что-то у меня лагает тут интернет в телефоне сейчас. А, я вообще не туда еду. Окей, все, открыл. Да, не туда я поехал, пока в телефоне листал. Так, ну все, все, телефон отвлеклись, все, погнали. Даже доехали уже почти. Карл, это я. Свит, как у тебя дела? А как ты думаешь, Нил? Я в тюремном госпитале. Я знаю, с тобой в порядке? Да нет. Ты должен что-то сделать, чувак. Я пытаюсь. Только сперва должен убедиться, что Кендалл безопасен. Хорошо, я должен идти. Не волнуйся, брат, я тебя вытащу оттуда. First date. Хочешь еще? Ты большой лошадиный кусок. Я видела лучше, чем вы. А ты еще кто такой? Никто, это самое, я ищу родственника моего друга, мексиканца, у него тут, по-моему. Ты, Цезарь, говорил, что ты настоящий мужик. Да, я добрый, любящий бога, миролюбивый человек. Ой, ладно, погнали. Где твоя тачка? А, твоя где? А, леди машину не водят, для этого есть мужчины. Но, спасибо тебе, Цезарь, я просто ценю твою помощь, чувак. Офигеть, как ценю. Ладно, как тебя зовут? Куда мы едем? Меня зовут Каталина, и мы собираемся обчистить округ до последнего цента. Хорошо, хороший план. Да, ты недоумок, это отличный план. Я выбрала 4 легких цели. Магазин алкогольных напитков Blueberry, банк Palitmo Creek, автозаправка в Дилинморе, букмекерская контора Montgomery. Хорошо, и куда мы едем вначале? Ты водитель, любая свинья, тебе и решать ведь. Ох, агрессивная какая, а? Кстати, это Каталина. Та же самая Каталина, что и Гида. А ты знаешь, чего хочешь вообще? Да? А что можешь я тебе сказать? Какой-то бандит, которому пришлось покинуть родную игру. Я сам о себе позабочусь, я такой. Цезарь сказал, что твой брат попал в тюрьму, другой брат умер, мать убили. Тебя используют какие-то продажные копы для целей. Я тебя не слышу. Ты можешь подумать о себе хоть немного. Думаешь, это нормально? Да ты идем. Да, ты просто очаровательное свойство женщинам, блин. Какой грабеж начнем? Понятное дело, тот, который ближе всего. А ну, руки вверх! А то я отстрелю вас всех. Эй, это пуленепробиваемое стекло. Ты можешь убираться отсюда, пока я полицию не вызвал. Чё ты делаешь, сынок? Отдай ей бабки. Да подавись ты своими бабками. Меняем план, Карл. Бери цистерну. Эй, чё это вы делаете? Вот эта миссия, кстати, мне не очень нравится. Танкер Командер называется она. Так, во-первых, радио вырубай. Танкер Командер, да, называется это ограбление. Да прицепляй ты его, ёп. Чё, прицепить так сложно, что ли? Во, нормально. Я не собираюсь терять работу из-за какой-то сумасшедшей бабёхи. Давай, Дерек, остановим этих дебилов. Эй, а ты это уверен? Давай, езжай. Я знаю парня, который нам заплатит. Так, нет, мы так не поедем, они нам только мешать будут. Давайте их сначала взорвем, потому что они реально будут нам мешать. Фух, ладно, надеюсь, нам копы хотя бы не будут мешать. Мешать будут, потому что вот здесь вот, чем вот эта миссия больше всего бесит. Нельзя, чтобы отцепился этот
прицеп. Цистерну нельзя, чтобы подцепилась. Если она отцепится, то будет плохо, потому что миссия будет провалена. Не, не, это не первая версия, не первая. Потому что в первой версии там был просто глазовырывающий дождь. А здесь дождь выглядит нормально. Ой-ой, не отцепляйся, пожалуйста, не отцепляйся. А, гроза. В первой версии реально просто глаза разрывает дождь. А здесь нормально. Особенно ночью, а здесь... Здесь дождем все нормально, я никаких модов даже не ставил на дождь. Вот мод под туман я поставил, мод на перевод я поставил нормально. А тут, да так больше ни на что, блин, я слишком сильно завернул, придется разворачиваться. Здравствуйте, мистер Витекер. Каталина, что у нас на сегодня? Грузовик и цистерна до краев, наполненная бензином. Никогда не видел этой цистерны, никогда не видел, не платил тебе такие деньги. С вами приятное имя дело. А теперь уходите, пока коп не приехали. А ты, если хочешь поработать грузоперевозчиком, приходи, мне всегда найдется чего-нибудь. Пока. Можно сюда, да, приезжать. Чтобы бабок подзаработать. Но эти задания довольно-таки скучные, мы их не будем выполнять. Так, тачку надо срочно. Стой, где я тачку хочу? Ладно, мотоцикл сойдет. Мотоцикл, стой. Слушай, Карл, кто это? Ты меня знаешь, меня зовут... Правда. Не, не знаю. Замечательно. Они мне говорили, что ты дебил. Кто? Хочешь поработать на меня? Ты что, из полиции, что ли? Не, но у нас есть общий друг и партнер по бизнесу. Кто? Да, а ты, кстати, раньше копов убивал? А, Тенпенни. Черт, почему я сразу не догадался? Я снимаю комнату в мотеле Джилл Пайн. Убедись, что за тобой нет хвоста. Ладно, я возьмем вот эту машину и туда съездим. Да, кстати, я еще не до конца выздоровел, но голос у меня уже в порядке. Так, доехали почти. Body Harvest. Эй, кто-нибудь есть? Сюда. Ну и вонь какая. Йоу, Карл, как дела? Эй, что тут происходит? А, вы должно быть выполнять служебные обязанности. Да, пофигу, замолчи только. Мистер Правда скоро тебе какой-то новый вид табака должен дать. Вроде как. И потом ты привезешь его мне. Эй, да ты сдурел, у тебя глюки пошли. А, да? Йоу, Правда, иди сюда. Добро пожаловать, друг. Здорово. Карл пришел сюда, чтобы отдать тебе твои деньги. О чем это ты? Карл, я, кажется, обкурился, мне хорошо, но я ничего сделать не могу. Я хочу, чтобы ты взял эту зеленую траву и бросил в него. Это подорвет карьеру этого кретина. Да, фигня. Эй, хотите грибочков или кокаина? Может, марихуаны еще? Не-не-не-не, все, мне идти пора. О, блин, что-то я накурил. Мало. Йо, Карл, заплати ему. О, никогда не думал, что доживу до такого. Федералы нашли меня. Ты, кстати, откуда? ФБР или УБН, может быть? Не, я частный следователь скорее тут.
Друг, от тебя позитивная энергия исходит. Как насчет того, чтобы попробовать вьетнамского опиума? Не, я это говно не стреляю. Откуда же я тебе могу доверять? Но я вроде как работаю на тебе. Я человек мира. Но те, кто живет на Сене холме, мой мир не уважают. Я имею в виду тех деревенских маньяков, фермеров, фашистов. У них есть комбайн, который мне нужен. Привези его сюда, и я продам тебе то, что ты хочешь. Намасте, Карл. Что это значит? Ладно, до встречи. Нарик, черт. Да, блин. Да, человек мира, это точно. Вот это вот. Добро пожаловать, друг. Зачем все это, блин? Так, я надеюсь, копы за мной не поедут. Не поехали. Видимо, эта машина... Видимо, эту машину я мог взять без проблем вообще. Да, Тенпини, оказывается, курит траву, и это... Одна из причин, по которым его следовало бы прижучить, на самом деле. Помимо того, что у него полно коррупции, так еще и курит траву. Просто шикардос, вообще слов нет. Так, ладно, едем туда, куда нам там сказали. Какой-то там комбайн надо украсть, что-то такое. Блин, велосипед полетел. А, тут короткая дорога и же есть. Вот до выхода этого ремастера я вообще не знал, что здесь есть короткая дорога. Потому что там не было навигатора, я вообще не знал. Так, вот и доехали. Так, комбайн находится на поле позади фермы. Здесь работают несколько групп из коммунных движений на выживание, и они не любят посторонних. Поехали на ферму украдить комбайн. Да вообще без проблем, блин. Ты приперся на ту ферму, чувак. О, понаехали. Избавьтесь от него. Кто это такой? Не знаю, но он выглядит недружелюбно. Раздавим его, как бросячее дерьмо. Ух, вовремя я выпрыгнул из машины. Фермеров-то тут не так много, так что... Даже в голову попадаю, черт возьми, блин. Это угонщик комбайнов. Вау, вот это... Вау! А ну идите нафиг, это все, теперь это мой комбайн, блин. Ну-ка съезжайте. Ох, ё-моё. Короче, этим комбайном можно наезжать на них, и начнется жестокость. Остановите его! Мясорубка тут вообще настоящая пошла. Ой, давайте еще больше. У них какие-то... Комбайн вроде прочный, должен много выдержать.
Идите нафиг, блин. Тут короткая дорога есть. О которой я не знал тоже. До выхода ремастера, который мне показал этот короткий путь. Они едут за мной по-прежнему, но твянут сейчас. Чувак, ты вернул мир моим и мою долину. Спасибо тебе. Я позову тебя, когда травка будет готова. Только не забудь принести бабки. Вообще-то мне не нужна твоя травка. Алло, Карл, это Цезарь. Как дела? Полное дерьмо. Что не так? Где Кендалл? С ней все хорошо? Она сейчас со мной, и с ней все в порядке. Варьез лот со стекас больше нет. За мою голову назначили цену, и, возможно, за голову Кендалл тоже. Эй, что случилось? Доверие, уважение, честь теперь ни хрена не значит, Лос-Антос. Мои друзья из банды либо попрятались, либо мертвы. Уезжай из города. Езжай в городок Angel Pine, сними себе и трейлер. Как Кендалл себе. Хорошо, только закончу одну дельце. Не-не-не, немедленно вывози мою сестру из города. Я не могу ее потерять. Как скажешь, Холмс. Увидимся в Angel Pine. На сегодня закончим, пожалуй. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримовский канал, вступайте в ВКонтакте, подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене. И всем пока.